Это кто это? Прекрасно всех видно, не мешайте девчонкам, давайте. Девочки, а зачем вы здесь? Откуда? Плохая погода. Плохая погода. В общем-то, написал нам один друг в социальных сетях, а потом скинул ссылку на новость о том, что здесь происходит. Вот. Ну и после того, как мы сегодня, собственно, почитали в новостях о том, что, так сказать, наше правительство приостановило сотрудничество с... Мы решили, что нужно прийти и приложить какую-то, так сказать, свою лепту возмущение. Вот, поэтому мы здесь, в непогоду. Как долго собираетесь стоять? Ну, честно говоря, мы пришли... Ну, я вижу, вы хотя бы уже с кофе. С чаем, да. С чаем. То есть мы не планировали, да, стоять в сложке. Я думала, что это будет как-то более организованно, откровенно говоря. Вот, ну, готовы, например, помочь.